Привет, друзья! С вами канал Mad Science. Давно не виделись, правда? Так что сегодня мы сделаем нечто крутое. Ребятки, перед просмотром обязательно посмотрите и прочитайте этот текст. Ну что ж, собственно, и начнем создание этой адовой машины из 4 ПВХ-труб, которые будут примерно по 60 сантиметров. Также нам понадобится небольшой отрезок гофрированного картона, из которого мы будем вырезать круги. Ну а чтобы было проще их вырезать, то мы просто подставляем трубу к картону и обводим. В итоге такому количеству колечек позавидовал бы сам Соник, но нам их необходимо вырезать. Ну и получается у нас вот такие вот картонные заглушки. Теперь нам понадобятся 4 штапика одинаковой длины, но я не стал заморачиваться и пилить их. Я просто слегка надрезал их и обломил. Такой себе лайфхак для тех, кто не хочет оставлять опилки у себя дома. Ну а теперь ровно по центру в этих картонных кружочках делаем отверстие и продеваем туда наши штапики. Одну из картонных заглушек приклеиваем горячим клеем на край штапика. В итоге у нас получилось 4 таких заготовки. Теперь понадобится ПВХ-трубочка небольшого диаметра. Ну и собственно этот диаметр, чтобы позволил одеть их на штапики. Теперь понадобится проводка. Ну и собственно, чтобы она была примерно такой длины. Зачищаем конца проводов и продеваем по 2 провода через заглушку, которая находится не у самого основания штапика. Ну и теперь это все дело закрываем трубкой и подводим оголенные концы друг к другу. Ведь нам понадобятся пьезоэлементы из зажигалок. Кстати, на этом моменте я немножко запутался и хотел провести вместо пьезо настоящую электрику. Обычно я заказываю детали для своих изобретений на AliExpress, а для удобного поиска инструментов и запчастей в этом магазине я использую расширение LiTools. Мне оно дает детальную информацию о продавце, а именно я могу посмотреть рейтинг продавца, что дает мне убедиться в его честности и избежать долгой доставки, а также убедиться в качестве самого товара. Более того, имеется возможность отслеживания динамики цен для выбора хорошего момента для покупки по оптимальной цене. Также можно посмотреть обзор на интересующий товар, если он, конечно, присутствует. Кстати, при помощи изоленты необходимо было сделать небольшое уплотнение для бутылок. Но позже я все-таки понял, что нет ничего надежнее пьезоэлемента. Ну и собственно говоря, это было действительно правильным решением, хоть я решил и скомбинировать. Кстати, ребята, хотел бы сказать, что эта идея не есть оригинальная, потому что ее уже делал американский блогер. Но мы очень дружелюбно относимся к нашим каналам. Например, он тоже вдохновлялся моей идеей, когда я придумал миниган из шприцов. Кстати, а вот как раз и электрика, которую я хотел использовать для запала нашего орудия. Но к большому сожалению, она оказалась не настолько надежной, как пьезоэлементы. Ну а еще у меня случилась беда, у меня сломались 2 лучшие клеевые пистолета. Кстати, у нас в выпуске часто выходят из строя клеевые пистолеты, поэтому я часто заказываю их на AliExpress по несколько штук. В этом деле я также использую LiTools, и мне это помогает как сэкономить, так и не вестись на фейковые скидки хитрых продавцов. Здесь видно, как до этого была настоящая скидка, но цену опять подняли, поэтому лучше добавить товар в избранное и подождать настоящей скидки. Расширение повестит о снижении цены. Ну и все-таки мне очень повезло, потому что я нашел один из всех клеевых пистолетов, который работал. Так что очень прошу прощения за то, что этот трудяга выглядит действительно очень страшно. Ну а что касается нашего орудия, то я уже подготовил такие вот зажигалки, которые работают от 2 пальчиковых батареек. Ну и собственно на этом моменте я конкретно обломался, потому что когда подвел проводку, то искру они давали даже через саму проводку, чего я в принципе вообще не ожидал. Ну и собственно говоря, делал я этот проект целых 4 дня, ведь все это необходимо было тестировать и проверять. Ну и собственно говоря, вот так и создавалось это орудие. Ну и в принципе было очень жарко, и кока-кола мне не была нужна. Ну и вот уже в принципе наше кока-кольное орудие готово к бою. И я думаю, уже пора перейти к испытаниям. Ну а заряжается такое орудие очень легко. Достаточно капнуть несколько капель спирта в бутылку, а затем вылить этот спирт и зарядить бутылки в наше орудие. В общем, ребятки, я думаю, такой проект обязательно заслуживает вашего лайка. Ну и собственно, вы наслаждайтесь нашими испытаниями, а я уже пошел делать новые выпуски. Всем пока!